Ich bin froh, alle begrüßen zu dürfen. Я рада всех приветствовать. С вами Наталья. Дома тепло. По-весеннему цветут нарциссы, а на улице идет снег. Такие нарциссы мне мой муж всегда запрещал покупать. О, их привозят на самолете из Голландии, окружающая среда загрязняется, люди эксплуатируются, не покупайте цветы. 2 дня назад он принес их сам и говорит: на, твои нарциссы. То идет снег, то тает. Непонятно, что творится с природой. Но глядя в окно, можно медитировать. Вот здесь есть у нас такой памятник, в котором все рассказывают о потере немецких земель из-за беженства в 1945 году, в 1950 люди потеряли родину, 1990 год, это имеется в виду страны Советского Союза. В 2015 году это беженцы из Сирии, из Албании, из Марокко. Почему я показываю этот памятник? Он находится на углу одного нового квартала. Совсем не нового. Построенного в 1990 году. Хочу вам показать этот квартал. Перед нами детский садик, а за ним жилые дома. Этот квартал был построен в 1990 году. Официально называется Домене Хохберг, но в народе его называют Клайн Казахстан, маленький Казахстан. Потому что в этих домах в те годы заселялись только переселенцы Советского Союза. И на 80% они составляли жителей Казахстана, то есть русские немцы поселялись здесь. Почему полюбились тогда эти квартиры? К этим квартирам, к подъездам этих домов невозможно было подъехать на машине. Потому что архитектура и концепция этого квартала была сориентирована на охрану природы. И машины нужно было оставлять в подземном гараже, который я вам позже покажу. И подниматься в квартиру уже из этих гаражей. Сейчас, конечно, жители этого квартала, состав жителей поменялся, но все равно здесь живут очень много переселенцев, поэтому в нашем районе есть этот русский магазин, который я уже один раз показывала. Вот этот голубой домик – это выход из лифта. Парковка есть вот с этой стороны, но возле самих подъездов нет никакой возможности подъехать на машине, на честной. Может подъехать только пожарная охрана и скорая помощь. Есть парковка для всех. В квартирах есть балконы, есть интересные угловые элементы со стеклом, типа веранд или зимних садов. Но тут чувствуется такой флэр 80-х, 90-х годов. Еще одна парковка. Между домами есть сады. Вот это такие невысокие здания.
частные дорожки. Погода у нас странная. С одной стороны зелень, с другой стороны сегодня утром шел дождь, потом шел снег. Здесь проходит ручей, поэтому он разделяет весь квартал. А вот там вот вы видите небольшие домики. Это так называемые Ваймен, Шребагар, Гертен. Есть здесь и пятиэтажные дома. Сверху квартиры напоминают пентхаус. Они открытого типа, очень симпатичные. Здесь вот написано, может въехать только пожарная служба, а все остальное это велосипедная дорожка. Чаще надо ходить гулять. 100 лет здесь не было, хотя это в 2 километрах от моей квартиры. Каждый хочет иметь свою приватность. Посадили деревья вокруг участка или какие-то туи. Сделали зеленую ограду. Здесь тоже вроде бы улица, но нет никакого подъезда. Автомобильного транспорта. У нас везде развесили плакаты к выборам. И вот этот плакат гласит: другие пишут историю, а мы пишем будущее. Партия Клималист. Белые окна это. Парадная, там они все в цветах. А здесь такая площадка, чтобы можно было собираться. Может быть, с детьми, с малыми. Видите, как у нас просто людей нету. Совершенно нигде. Ходишь, однако, Гайстерштадт. Город ужасов. Все сидят, все боятся. Все эти квартиры разные. Здесь есть очень много Masonet, Vonogen. Это двухэтажные квартиры, двухуровневые. Вот это эти двухэтажные квартиры. У них есть терраса и второй этаж, где находится спальня. Или у них на втором, на третьем и четвертом этаже есть балкон и второй уровень. Вот вы и побывали со мной в маленьком Казахстане. Вот с другой стороны все это выглядит вот так. Временная парковка за пределами квартала разрешена. А более длинная парковка, чем 1 час. Она вся находится в подземных гаражах. Маленький Казахстан. Там в конце улицы вы видите автобус. Это наша инфраструктура. Наш общественный транспорт.
я сейчас выйду к супермаркету. Может, что-то куплю, а может, даже не зайду. Еще не знаю. Здесь игрушечный магазин, раньше назывался Toys R Us, а вот там наша Эдика.